Спонсор прогноза погоды – аптека.ру. Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. В среду в Самарской области облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в дневное время -1, -4 градуса, ночью 0, -2. Ветер преимущественно северо-западного направления, скорость 5-8 метров в секунду. В Сызрани небо в облаках, днем -2 градуса, ночью -1. Ветер северо-западный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти облачно, утром пройдет небольшой снег, днем -2, ночью также -2 градуса, северо-западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре малооблачно, без осадков, днем -3 градуса, ночью -2 и снег. Ветер северо-западного направления 5 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.